Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всем привет! Это новый выпуск программы «Большая перемена». Сейчас мы хотим поднять тему исторической стороны нашего города – декабристы в Иркутске. Как они попали в областной центр нашего региона? Почему даже сейчас все шутят на тему того, что иркутяне – это потомки революционеров? И что нового приготовил для любителей истории музей декабристов и дом-усадьба Трубецких? Об этом и не только расскажут наши гости – Людмила Болкова, организатор экскурсии Иркутского музея декабристов, Игорь Пашко, заведующий домом-усадьбой Трубецких. А также мы, ваши ведущие на сегодня, Диана Чепизубова, Карина Факирова. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте. Игорь Васильевич. Для начала мы бы хотели навести такие исторические справки. Не могли бы вы и нашим зрителям рассказать, кто такие декабристы и чем они так известны, и чем так известен наш город? С вашего позволения, конечно, постараюсь же на этот объемный вопрос как-то немного ответить все-таки. Тема декабристов очень необъятна, очень обширна, очень интересна и очень сложна. Недавно появившийся на экранах фильм «Союз спасения» является тому подтверждением, и какой популярностью этот фильм пользовался, и вот то, что сделали из него сериал там и так далее, да. Кстати, большое спасибо создателям этого фильма и сериала, потому что, безусловно, как мне кажется, максимально объективно попытались наконец-то коснуться этого вопроса и показать декабристов не демонами, но и не ангелами, а живыми людьми, каковыми они, собственно, и являлись. Декабристы – это русские дворяне, патриоты, участники наполеоновских войн, Отечественной войны 1812 года и зарубежных походов русской армии, которые вскоре после окончания этих походов и возвращения в Россию создали тайное общество. Цель была благородна. Увидев, как живет Европа, и увидев затем, как живет Россия, и сравнивая это, они пришли к выводу, что больше так жить нельзя. Главное зло для России они видели в существовании рабства в виде крепостного права. И поэтому они полагали, что необходимо крепостное право отменить, а еще и хорошо бы устроить республику, парламент выборный, и чтобы еще у российского народа была конституция, какой в ту пору, как мы знаем, у нас не было. То есть это были нормальные совершенно чаяния нормальных молодых людей, хорошо образованных, ну, достаточно хорошо образованных, но еще и повидавших другие страны и повоевавших за свое отечество. И вот, собственно, с целью преобразования России было создано тайное общество. Поначалу они хотели помогать императору, государю-императору Александру I в тех реформах, которые он намеревался проводить в России, не раз об этом говорил. Затем, однако, после войны с Наполеоном несколько настроения императора изменились. Он все меньше стал думать о России, все больше о Европе, потому что полагал свой масштаб уже сообразно европейскому масштабу, а не только одной России. Поэтому Пушкин и называл его «кочующий деспот», потому что он все время был где-нибудь на конференциях в Вене, где-нибудь в Париже там, и так далее. Вот. И в России он, так сказать, посадил управлять государством графа Аракчеева, который железной рукой вот все те экономические реформы, которые задумывались как хорошие, а проводились не очень как хорошо, осуществлял. Что это были за реформы? Это прежде всего военные поселения, которые разрушали быт, саму жизнь русского крестьянина. Естественно, крестьяне бунтовали, бунты эти подавлялись, то есть проливалась кровь, и все это приводило к тому, что, по сути, после войны с Наполеоном русское крестьянство, многомиллионное, на котором держалась вся экономика нашего государства, попало под двойной гнет и своих помещиков, и государства в лице военных начальников. И вот лучшие люди из дворян, как это не, может быть, звучит цитатно, решили, что нужно сделать что-то для простого народа. Вот не для простого народа, а это были миллионы крестьян, из которых, кстати, была набрана и русская армия, да, рекрутский набор, 25-летняя тяжелейшая служба в армии. И вот что случилось в ходе этой войны и зарубежных походов войны 12-го года. Впервые офицеры, дворяне, аристократы приблизились к своему народу. Впервые они увидели в солдатах не каких-то бессловесных рабов, которые
только умеют подчиняться и исполнять худо ли бедно ли приказы, да, а героев, которые на своих плечах и вынесли все тяготы войны с Наполеоном, как в России, так и за ее пределами. И вот эти люди, которые освободили свою страну, освободили Европу от Наполеона, что они получили от своего императора? А ничего. Потому что государь-император в знаменитом документе, в манифесте о победе над Наполеоном написал, а крестьяне, верный наш народ, да примут мзду свою от Бога. То есть Господь Бог должен им даровать что-то за этот подвиг. Вот это та ситуация, в которой появилось декабристское движение. Да, победить они не смогли. Их отчаянная попытка захвата власти, а у нас что-то можно изменить только придя к власти, и других способов, к сожалению, нет. Они потерпели поражение. И вот с этого момента, с их поражения, с их осуждения начинается настоящий подвиг. Подвиг чести, подвиг достоинства, которые они смогли проявить здесь, в Сибири. Ведь они не просто выживали, они смогли сибирякам подарить все достижения дворянской культуры, дворянского образования, вот все то, что мы называем, русским дворянством Золотого века, этого 19-го, да, дворянская культура пушкинской эпохи, да, на своем пике. Вот все это они смогли донести до крестьян сибирских, для жителей нашего города и наших сибирских городов, поскольку видели в этом свое призвание, то есть свою миссию. Да, они не смогли изменить к лучшему всю Россию, но они постарались изменить, как это было только возможно, и дано им Сибирь к лучшему. И эта миссия им удалась. Вот почему взгляд на декабристов из Сибири и из Иркутска несколько отличается от взгляда, скажем, жителей славного города Петербурга, где произошли трагические события на Сенатской площади, потому что там казнью пятерых на конверке Петропавловской крепости или разгромом выступления на Сенатской площади, собственно, история декабристов и закончилась. А для нас, сибиряков, только с их прибытием сюда, на сибирскую землю, хоть и не по своей воле, в изгнании, на каторгу, а потом на поселение, ведь многие провели здесь до 30 лет, то есть половину своих жизней. И вот эта история только начинается с их прибытия сюда. И вот поэтому, как верно говорит директор нашего музея Елена Аркадьевна Добрынина, мне очень нравится эта формулировка, если бы не декабристы, история нашего города была бы несколько иной, менее интересной и менее яркой. Я полностью согласен с такой оценкой. Я могу только чуть дополнить. Игорь Васильевич, на самом деле эта тема необъятная. И на самом деле она сложная. И декабристы, или тема декабристов, интересна, может быть, тем, что о них нельзя, об этих людях нельзя говорить в категориях черное, белое, хороший, плохой и так далее. Да? Потому что разные мнения абсолютно о декабристах. Кто-то их считает их героями, кто-то их считает клятвопреступниками, да? Всегда есть какая-то золотая середина. Но вот я бы сакцентировала на том, что это люди, совершенно верно сказал Игорь Васильевич, участники Отечественной войны, и как раз в ходе этой войны они, понимаете, у них зародилось чувство любви к родине. То есть вот их родители, они были детьми эпохи Просвещения, а декабристы детьми эпохи Просвещения, то есть людьми, которые хотели стать иностранцами, будучи русскими, да, сами по сути. А декабристы, вот, или будущие декабристы, да, они уже были иностранцами в своей стране. Они говорили по-французски. Они писали лучше по-французски, чем по-русски, понимаете? Их слуги их не понимали. А вот в ходе этой Отечественной войны они сблизились с народом, и возникло чувство любви к родине. Вот как бы высоко ни звучали эти слова, но это так, и об этом говорят все специалисты, которые занимаются этой темой. И еще вместе с этим чувством возникло и чувство ответственности, личной ответственности за судьбу этой страны. И поэтому у них они не могли по-другому. Они не могли не выйти на Сенатскую площадь, иначе, как говорил Пущин, мы бы заслужили имя подлецов. Понимаете? Поэтому они туда и пошли. Отличаются эти люди. Еще Юрий Михайлович Лотман, который много занимался 19 веком, декабристами, Пушкиным, он писал, что это совершенно отдельное поколение людей, которых не было ни до, ни после. Вот.
чем их уникальность? Да, потому что это все, что они делали, все было из любви. Из любви и ответственности. Да? Спасибо. Вы представьте, как нам повезло, нашему городу, что такие люди волею Господа, волею судеб оказались здесь на долгие там годы, на 10, 20, 30 лет, да, и что это, ведь, смотрите, какая прекрасная тема. Ведь это не просто вот декабристы, там вот эти вот заговорщики, которые там, да, там ссыльнопоселенцы и каторжане, нет. Это люди, которые победили Наполеона. Это люди, которые воевали с Наполеоном, как Сергей Григорьевич Волконский, с 1805 года. Мы сейчас не знаем, немногие знают, зачем мы воевали с Наполеоном в 1805 году, вот, до того, как он даже думать не думал на Россию нападать. Да? Вот, а это тема Наполеона, кстати, потому что тема Наполеона грандиозна совершенно. Это очень интересный человек, и многие совершенно ничего о нем не знают. Есть некие клише. Вот он плохой, он напал, Москву сжег, неправда, ничего не сжигал, и ничего не хотел уничтожать, и вообще он хотел просто военного союза между Россией и Францией против Англии. И Кутузов великий говорил, не надо Наполеона добивать, потому что только англичане от этого выиграют. А наши там эти офицеры молодые насмотрятся в этих Европах не весь чего. И потом что-нибудь такое дома устроят. Вот видите, он был пророком. Михаил Ларионович уже ведь не просто как полководец, он был прекрасным дипломатом. И вот эти люди, это тема Наполеона, тема вообще дворянской культуры 19 века. Смотрите, Пушкин, декабристы, да, они учились в одном учебном заведении. 4 соученика Пушкина по лицею были в декабристском обществе, 2 из них были в нашем городе. Да. Иван Иванович Пушкин, Долгий Волконский, гостил около года, насколько я помню, да? Несколько месяцев. Несколько месяцев гостил, да. Далее, смотрите, Пушкин, Лермонтов. Личное знакомство, то есть Адуевским, с князем Адуевским, да, Адуевским, который тоже в Сибири был отправлен, да, уже потом. Угу. Александр Иванович Адуевский поэт. Вот два поэта встретились там, на Кавказе. Угу. Правда, декабристу недолго суждено было прожить, угу, но Лермонтов очень высоко ценил его стихи. Далее, Толстой. Толстой собирался написать роман о декабристах, но увлекся, написал «Войну и мир». Но первая версия называлась «Декабристы». Более того, Сергей Григорьевич Волконский такое произвел впечатление, точнее, его мемуары на и личное знакомство, да, которое состоялось после отъезда уже Волконского из Сибири, после амнистии, что он ведь увлекся сельским хозяйством, бороду отрастил, как Волконский здесь. Волконский здесь занимался сельским хозяйством весьма успешно, и Лев Николаевич вот это увлечение через всю свою долгую и творческую жизнь пронес. Вот, видите, и дальше, до Достоевского. Казалось бы, Достоевский далеко, да. Грибоедов. То есть вот все наше лучшее, весь наш золотой запас культуры, и все это соприкасается с декабристами, потому что это то поколение пушкинское. А если поколение. Говорить о декабристах именно в Иркутске, какие, может быть, здания, улицы славятся своей историей, связанной с декабристами? Вот я чуть-чуть начну, конечно, Игорь Васильевич, прям чуть-чуть. Вообще, надо сказать, что в Иркутске немного таких мест, угу, которые бы были связаны с именами людей известных, уникальных и даже гениальных. Да? Вот Иркутский музей декабристов – это одно из таких мест. Вот, понимаете? Как раз мы, да, хотели, да, уточнить, да, у вас. Вы понимаете, люди со всех уголков страны, приезжая в Иркутск, стремятся в музей декабристов. Вот прям стремятся, и они очень переживают, когда не удается попасть, потому что выходной или что-то еще, да, и или не удается прослушать экскурсию, потому что, ну, тоже какие-то причины есть тому, да. А вот, и не только с разных уголков нашей страны, со всего мира. Люди едут и посещают наш музей. Понимаете? Потому что эти люди, они на самом деле, они часть истории всей нашей страны. И на самом деле уникальное поколение. Поэтому эти дома, и потом, понимаете, дом Волконских сам по себе. Это самый главный предмет нашего музея, мемориальный предмет. Это мемориальный дом. В этом доме, на самом деле, в этом доме жили Волконские. Жил Сергей Григорьевич со своей женой Марией Николаевной и со своими детьми, родившимися в Сибири, Мишей и Еленой. Ну, это просто... Вот об этом мы и хотели поговорить. Какое наследие они оставили, и как могут вот даже наши студенты, может, университета, или просто люди, которые, да, которые интересуются историей, как они могут соприкоснуться у вас, вот в доме Трубецких, в музее декабристов?
первую очередь это, конечно, через экскурсии. Да. Через экскурсии. И правильнее, логичнее, может быть, начинать знакомство с музеем декабристов с дома Трубецких. Потому что там предыстория тайных обществ, да, там события на Сенатской площади, там... Да, каторжные годы. Ну, Игорь Васильевич об этом, наверное, больше скажет и лучше. Вот. А потом уже дом Волконских, потому что там поселение. А, да, я не сказала, что в доме Трубецких, конечно же, семья. Семья Сергея Петровича Трубецкого, Екатерины Ивановны, их любовь невероятная. Да, вот, извините, что вас перебегаю, просто я боюсь потерять эту мысль. Это ведь и тема великой любви, которая все-таки бывает. Да, да, да. И да. Тема декабристок, женщин, которые по своей воле приехали сюда, разделили участь своих избранников, своих мужей, это беспрецедентно, ничего подобного в европейской истории, в мировой мы не найдем. Понимаете, дворянки, аристократки, которым официально получили от власти право своих мужей бросить и снова выйти замуж при все-таки живых мужьях, хотя тогда полагали, что браки заключаются на небесах, да? Вот, а они этим правом не воспользовались, а согласились именоваться женами государственных преступников, теряли часть своих прав дворянских, да? Не могли даровать дворянские права, передать своим детям, рожденным в Сибири, такого было условия, да? А более того, уезжали сюда до конца своих дней, потому что первая из них, так Евгения Екатерина Трубецкая, она, как известно, закончила свои дни здесь, в Иркутске, прожив только 53 года. Ее могила является очень памятным местом. Вот прежде времена, когда у нас были гости из Европы, приезжали французы, так они не только знали эту тему хорошо, они еще к нашему возмущению княгиню Екатерину Ивановну считали своей героиней, потому что она урожденная графиня Лаваль, папенька у нее француз, правда, карьеру он сделал в России. Но на что мы говорим, нет, у вас есть Полина Гебель и Камила Ледантью, да, две француженки, которые были супругами декабристов. Вот, ладно, мы это вам уступаем. Вот Екатерина Ивановна нет. Тем более, что она стала примером для остальных. Первая поехала в Сибирь, совершив подвиг любви и верности. Звучит пафосно, но это так. Это так. И эти женщины это доказали. И вот эта тема большой любви. Почему у нас даже еще и проводится торжественное бракосочетание на усадьбе Трубецких? Да, для ваших, где наверное, же еще, студентов. Как не на усадьбе Трубецких? Там? Для ваших студентов это тоже, наверное, может быть актуальным, потому что вы как раз можете на усадьбе Трубецких, да, заключить брак. Я, кстати, слышала, что у вас как раз еще проходят разные балы для студентов, для взрослых. И вот не могли бы вы поподробнее рассказать конкретно о балах? Да, есть такие мероприятия. Это бал в дворянском доме, бал в доме Волконских. Ну вот, приходя в этот дом, на это мероприятие, молодые люди, они могут окунуться в атмосферу дворянской жизни, познакомиться с бальным этикетом, научиться делать комплименты друг другу, да. Девушки познакомятся с языком веера, молодые люди с дуэльным этикетом, это там тоже все предусмотрено, потом там несколько движений из исторических танцев, да, они разучивают, и заканчивается это все в гостиной дома Волконских под рояль княгини Марии Николаевны Волконской, под живую музыку, то есть, да, мы приглашаем заслуженного артиста Бориса Федоровича России, заслуженного артиста России Бориса Федоровича Заксона. И вот на рояле княгини Марии Николаевны Волконской парами вот, девушки и юноши входят в гостиную, проходят, как называется этот танец? Полонез. Полонез, да? Полонез, именно. Да, и потом присаживаются. Ну и разные игры, в том числе фанты, ручеек, котельон, да, вот в ходе дальнейшего вот этого бала, да, так скажем. Вот. Очень довольны молодые люди, когда они уже потом, после окончания этого мероприятия, да, потом они уже говорят о своих впечатлениях, о своих эмоциях. Очень довольны, как правило, очень довольны, да. Потом у нас еще очень замечательные ведущие, красивые, в бальных платьях или во фраке. Да, красиво все. И некоторые из этих мероприятий можно посетить с помощью пушкинской карты. Практически все мероприятия в нашем музее
студенты могут посетить по пушкинской карте. По пушкинской карте. И на вот этой ноте я бы хотела закончить эфир, да, потому что время у нас ограничено, к сожалению. Mm-hmm. А мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня были такие прекрасные гости. Это Людмила Волгова, организатор экскурсии Иркутского музея декабристов, Игорь Пашко, заведующий домом-усадьбой Трубецких. И мы, ваши ведущие, Диана Чепизубова, Карина Факирова. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за приглашение. Спасибо. До свидания. Приходите к нам, у нас интересно. Все, всем пока-пока.